Ребята, всем привет, это новый ролик. Мы сегодня идем на другой пляж. Блин, я забыл, что это за улица, как? Южный проспект, ой. Мира. Нет, это не Мира, это Южный проспект. Кстати, это что, Южный проспект же? Или Мира? Нет, это... Короче, мы не знаем, что это за улица, идем по ней. Но, по-моему, это Южный же. Адрес у нас Южный проспект 2 вроде, или Южный проспект какой-то там. Короче, неважно. Вот. Здесь мы в прошлый раз Богомола видели, сидел. Вот этот парк, который был полностью в мошках, в паутине и в пауках. Что за растение? Мы в прошлый раз так и не посмотрели. Ну, на укроп похоже. Вообще, блин, структуры на можжевельник похож, на иголку нифига. То есть ствол типа как у можжевельника, а иголку нифига. В общем, неизвестно, что. На камере не видно, но, короче, это огромное дерево. Что это вообще? Я не знаю, что это за дерево. Короче, оно огромное. Ну, а человека 4 влезет в ширину примерно. Здесь хоть тенек получше здесь идти. Очень на балконе мы замеряли, там как бы балкон проветривается, там стенок нету балкона, там 40 градусов показало. 40 с половиной, ладно. Лечебно-оздоровительный центр Витязь. 4 звезды. Эти можно. Покуда не понятно, куда надо идти. Вон здесь, смотри, фисташки. 350 рублей. А? Ты тоже зачихал? Я сегодня тоже чихаю. И Рома. Машина. В общем, включимся подальше, там на море уже, наверное. Мы почти пришли, кстати. Тебе какой ромаш? Так, мы нашли шикарные мороженое. Предложение шикарное. 30 рублей, 50 рублей, 75 и 100. Ярик вот такой возьмет, зеленый. А давайте все такие возьмем. Ну, это фруктовый лед, она очень быстро потечет. Ему, да, тут стаканчиков нету. Стаканчики вот здесь. А, вот там есть стаканчик. А вам 6 надо. Тут еще есть. Мам. Шикарное предложение. Сейчас пойдем еще там посмотрим на дувайки всякие. Не особо дальше. Ну, мы там были. Ну все, мы почти пришли. Да, уже пришли. Да. Когда-нибудь так сильно жарко, мы тут походим, пофоткаемся. Что песок нереально горячий. Все, мы пришли. Здесь делают массаж, морские прогулки вон там. Какие-то мини-горки с бассейнами. Бунгало вон там. Можно арендовать, там цену не знаем. Так, здесь техническая зона, значит, дальше. Ой, что-то тут много народу. Там вода вроде чистая, пока не видно. А? Да фиг знает, не знаю. Ну, думаю, может тут прыгнуть. На волны. Штормить немного. Но желтый флаг. Короче, мы пошли дальше. Немного обратно возвращаемся.
Там что-то народу много в море. Да, вон там вроде нормально. Чё, как вода? Перегретая, конечно, кажется, что такая. Я думаю, что это только та. Ну, да, сколько раз вы заходили, всегда казалось, она ледяной. Даже когда 20, 28. Где? А, так это пляжу. Вон, да, она здесь надо. Богаться и все, вон. Там тапки чьи-то стоят. Вот, сейчас водичка уже приходит. Вот, в общем, здесь тогда остановимся. Так, первый заход. О, кстати, тут чище вода даже, чем там. Пока что прохладно. Рыбки, да, маленькие, совсем малюски. Ну, сегодня, конечно, волны. А, на круг надуть. Значит, температура на море 36,2, сейчас воду еще посмотрим. Ну, воздуха, да. Здесь на берегу. Сейчас посмотрим воду. Вот здесь, наверное, кину я. По колено зашел. Сейчас волны. Если он там сидит далеко. Так, 26,9 пока показывает. Ярик сидит на корточках, короче, там. Ну все, больше не опускается. Вот, Ром, 26,9, теплая вода. Не, мы просто опять перегрелись, как всегда. Все, пойдем на берег за кругом. Нормально, 26,9. 26,9. Так, все, дети покупались. Среди дети, а все. Сейчас мы пойдем. Рома, сейчас подожди. Все, мы с Ромой тоже покупались, с Лешей. Сейчас Катя загорает тут. Оксана, не знаю, просто сидит. Лена тоже загорает. Волны такие. Ну, короче, без волн все-таки лучше. Народу здесь не особо много. Вот купается неудобно, а вот тут там много было народу. Мы поэтому и вышли, там чересчур много людей было. Сейчас вроде подрассосались немного. Что за памятник? Что-то тут такое. Ярик себе стул сделал. Видимо, сейчас Роме еще делает. Чего? Все? Помогать пошел? Ну давай, помогай. На, Катя, полотенце.
давайте немножко пройдемся по пляжу. Вот, я, кстати, тоже такой жилет хотел в Роме купить. Ну, обычный настоящий жилет. Время 6 вечера. Грязная вода. Но, тем не менее, здесь нашелся один человек, который живет в этой воде. Там дальше, там где мы купаемся, там чистая вода. Здесь уже почище. Ой, как холодно было. Ну вот так вот. Немножко прогулялись. Здесь волны помощнее. Медуза лежит. Медуза. Так, все, мы пришли. Где вот диван себе? Что, мы до заката, да, я так понимаю? Тогда часто. Людей еще много. Что с камерой? Скоро будет закат у нас, в общем. На гору мы так еще пока и не сходили. Так, у нас девушки пошли купаться, в общем, еще. Сейчас вот шикарно сидеть вечером. И не жарко, и не душно, и вообще шикарно.
принято решение построить кровать. Рома, не надо стучать, у него спина сгорела. Что ты там сказал? Завтра будем строить кровать. Сегодня диван построили. Да, ну, почти диван. Вы заботливый отряд. Сказал, подушки ему надуть завтра. Рома. До заката, наверное, полчаса. Сейчас подождем и пойдем. Не надо ждать. Не надо ждать. Пойдем все, да помоемся, соберемся. Может, в бассейне поплаваем, не знаю, посмотрим. Мы на паралив хотим вечером пойти. Шашлычки покушать. Так, ребята, мы на закате. Вот, это даже... А, нет, не видно. К сожалению, камера не передает. Сейчас уже солнце еще чуть-чуть, и оно уже упадет совсем. Все, встретили, в общем, закат. Перейдем в сторону отеля. Здесь вообще видел. А, да, все, короче, такая грязь, жесть. Я сюда ходил. На пляже тут наконец-то три комнаты такие огромные, там полетели грома. Такие прям вообще. Я говорю, все, они сказали, люди, закат наступил, все, просыпается, мафия. Освобождайте пляж. Много-много. Слушай, максимально комфортная температура. Не жарко, не холодно, вообще классно. Вчера покупали ежевику, он же полстакана сначала ел и говорил вкусно, а потом второй половину стакана сказал, что все не очень кисло. И это ребята покупали клубнику, сказали, что очень вкусно. Клубника очень сладкая, прям давно такой не ели. Надо тоже купить потом. Ну она сейчас местная тут продается. Вообще, я уже не первый раз слышу, что говорят, что очень вкусная клубника. Рыбка. А это вот здесь изделие из дерева, ручная работа дерева, сувенир. А ровой? Говорит, мама, хватит смотреть. Я думаю, что о! Заметник, это утриш. Здесь рукой поводили. 500 метров прошли. У вас аромат остается на руках. Потом пройдешь. Вот да. Что-то скромно елозите. Но мне это нормально поил. Нормально. Проверим. Может, а паровозики. Вы думаете, я зря тут стою? Да нет, конечно. А паровозики в какую сторону? Недорого вообще. Да и как, а, ну за три получается? Ну да, целый. Это можжевельник 103-ша, смотрите. Срезанный 9 лет назад. Ничего себе. А зачем вот это снимать? Я снимаю вот. Разрешение кто-нибудь дал? Да, у вас вот. Я даю разрешение. Спасибо. А так снимать? Нет. Потому что такого нет ни у кого. На магнитах, да, они? Да. 500 вы имеете в виду за 3, да? За 3, состав. Ванную комнату вот это поставили, у вас аромат на все... Вам, так эти зачем паровозики?
Мы же деревянные покупали, ты даже не играл. Ну, кстати, да. Все, подставку под счет я не продаю. Она мне интересна. 500 рублей. Ну, понятно. Тут аналитика, переводом давайте. Давайте. Что? О, ты уверен, что тебе надо? Мы тебе уже сколько покупали бороться, ты даже не играл. Состав из трех вагонов, целый состав. РЖД. Пищевая краска. Ты точно будешь играть? Если даже маленький ребенок берет, грызет, что страшно? Ну, давай переведи все. Давайте переводом. Давайте переводом. Сколько раз вас уговариваем. Здесь камера стоит. Контент в YouTube. Вас тоже. Вас тоже? Да. Где? В YouTube. Где номер? Давай. 918-3-9-3-7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 
За отчий дом. Так, что вам еще продать? Больше ничего не надо, у нас все есть. Как вы его успокоитесь? У вас много чего нету. Сейчас такой контакт снимите. Я добрый, слегка пьяный продавец. А то надо тайны. Вы почему смеетесь? Все, пойдем. Она уже 5 месяцев. Она отвечает, что такое дело. Спасибо большое. Спасибо. Контент снимайте дальше. Это не на ИП. Хорошо. Снимаете сейчас? Да. Это 9 лет назад срезано. А вот здесь по колечкам может любой ваш подписчик посчитать по колечкам, сколько ему лет. Вот здесь даже караед работал. Вот. Все, дальше. Спасибо. Ценная порода. Я понял, вы же не зря ее показываете. Реликтовое дерево, да. Можно я потру, я потом хочу реально проверить. Реально будет подсуду. Потереть? Да. Ну, палец я потру. Вот. Масло чувствует. А, ну да. И долго пахнет его будет. Масло, оно будет оставаться на руках. А, понял. Вот. Ну все, я подерг. Спасибо. Идете 500 метров, 500 километров, а масло остается. Хорошо, спасибо. Удачной торговли вам. Вот, ребят, здесь. Запах-то, кстати, прикольный. Как, я только а уже за... Только я уже забыл, что это за дерево. Можжевельник. А, можжевельник. Это будет моя подсилка. Будет моя подсилка. В общем, Рома выпросил паровозики. Ну ладно. Пусть попробуй только не играть. Не, просто мы практически такие же покупали, только там этот был Томас, да, по-моему? А вот, кстати, туда ноги пихают. Как он, пилинг, да, называется? Что ты можешь сделать, кайфанешь. И полезно. Нет, они вот так, короче, вот так делают. Ну типа они не кусают. Так, мы что-то разошлись, не туда как-то. Осень, да? Кусочки, красота. Вкуснятина. Но мы попозже будем есть. Здесь тоже вкусняки. Так, не знаю, видно вам, не видно. Мы, в общем, пришли, моем ноги в многомойке. Бассейн уже, подсветка работает.
сильно не прыгай. Рома решил искупаться перед сном. Холодная? Да. Она не такая, как... Нормально. Нормально? Там топая. Топая? Да, она везде одинаковая, Ром. Да, это холодная. Ну, нет. Питается. Ты за шею-то сядь. Нет. Давай. Все, привыкнул? Ну хватит кричать-то, Роб. Висишь? Ярик еще пришел, короче, купаться. Так вот, аккуратней. Мы решили отдать Ярика в плавание, когда приедем в Петрозаводск. На, вот разнюхать. Если не 1 000 000 рублей стоит, то пусть идет. Он амфибия. Сиди тут, деловая колбаса. Не снимать тебя? Хорошо, я не буду. Все, все, не надо убирать мою камеру, я сам убрал все. Короче, Ярик сейчас будет что-то показывать интересное. Друзья, мы уже пришли с морюшка, дети уже накупались в бассейне, я намылась, подсушилась, мы с ребятами собрались на вечернюю прогулку, тоже поснимаем обязательно, идем на паралию, но это все уже будет в следующем ролике. Ну, на этом наше видео будем заканчивать, не забывайте ставить ваши лайки, писать комментарии, ну и до новых встреч, пока-пока!